Неплательщик алиментов из Лунгипаса предстал перед судом. Он задолжал своему ребенку порядка 400 тысяч рублей. Ранее мужчина не раз привлекался к гражданской и административной ответственностям и даже был лишен родительских прав. Однако обязанность по его содержанию и, соответственно, исполнению алиментных обязательств сохранилась. Учитывая все обстоятельства, суд Лунгипаса назначил мужчине срок в колонии-поселении. Подробности в комментарии старшего помощника прокурора города Юлии Чикатиловой. Прокуратура города Лунгипаса поддержана государственное обвинение в отношении нерадивого отца, который не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, в связи с чем образовалась просроченная задолженность свыше 44 тысяч рублей. При этом общая сумма просроченной задолженности по алиментам составила 350 тысяч рублей. Лунгипасский городской суд с учетом всех обстоятельств дела назначил мужчине наказание в виде реального лишения свободы. Он учел при назначении наказания, что ранее мужчина уже привлекался за совершение аналогичного преступления в 2021 году, а также за совершение иных противоправных деяний. Совершил новое преступление в период условного отбытия наказания, в связи с чем окончательное наказание назначил в размере 3 лет 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии поселения. Также стоит отметить, более 140 тысячам россиян грозит попадание в реестр злостных неплательщиков алиментов, которые законодательство собирается ввести в России. Ранее разработанный Минюстом законопроект был внесен правительством в Госдуму.